Оказаться в сказочном мире смогут посетители Кировского областного краеведческого музея. Там открылась новая выставка «Большие и маленькие». Она, как утверждают организаторы, понравится гостям всех возрастов. На выставке можно увидеть старинные предметы огромных размеров и, наоборот, миниатюрные. Валенки-великаны здесь соседствуют с валенками-карликами. Огромные книжные фолианты с крошечными книжечками. Большой сувенирный лапоть с пинетками. Всего на выставке представлено более 100 контрастных экспонатов. Увидеть их можно до января 2015 года.